Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Сегодня я хотел бы начать еще один достаточно большой сериал, посвященный клевете. Сегодня клевета – это, наверное, тот дух, который не только свил гнездо в церкви, но и достаточно успешно высиживает яйца, производя потомство. Это как некий лесной пожар развивается, захватывая все больше и больше людей. Сплетни, пересуды и клевета. Что такое клевета? Это заведомо ложные, порочащие сведения, которые выставляются на публичное обозрение. Я хочу поговорить не только о том, как распознать клевету, но и о том, как справиться и с самой клеветой в твой адрес, и как остановить самого себя от искушения, сохранить от искушения быть тем, кто клевещет. Итак, у клеветы существуют две достаточно явные такие направленности или два признака, которые я хотел бы немножко подробнее рассмотреть. Это откровенная и заведомая ложь, и второе – это порочащие сведения. Итак, ложь и порок. Об этом мы поговорим в следующих каплях.